Салбон Лагденов. Отрывок из рассказа «Длинная воля». На этот раз молва разошлась еще быстрее. Но молодых парней не прибывало. Прибывали лишь отдельные слухи о том, что народ весь кочует на север, убегая от страшной войны. А некоторые купцы да князья и вовсе нас ругают, проклиная последними словами. Мол, мы испортили всю им жизнь, лишили прибыли всяческого блага. Так хотелось им рассказать о том, что мы можем сами жить для себя. И пусть все окружающие народы не угнетают нас, а наравне с нами живут в мире и согласии. Ведь этого можно добиться. Ведь можно показать всю правоту и пресечь беспредел, учиняемый одними народами над другими. Все это можно сделать. И тогда в богатстве и достатке прибудут не только одни купцы да князья, а весь наш народ, гордый и достойный. Как им это объяснить? Я не стал отправляться в свои нутуги и просить отца помочь нам в нашем деле. Не стал просить и у других князей. Мои друзья также отказались от возможности поговорить со старшим поколением. Слишком они прибиты этой жизнью, слишком они правильные и любят тепло и уют. Слишком сильно в них сидит табу. И плохо то, что враг об этом прознал и уже отправил войско целое для того, чтобы покарать нас и весь наш народ. Но я думаю, что мы примем бой. И наша жертва хоть как-то вдохновит наш народ. Ну, хотя бы подрастающее поколение. Чтобы они в будущем не были рабами, как наши старшие. Мы должны прослужить примером для молодых. Мы должны быть искрой для пламени сердец растущих поколений. Я все равно знаю, что мы останемся в легендах. И потом, втайне о нас будут рассказывать маленьким детям. И знаю, что в нашей крови есть сила наших предков. Если это в нас в этот миг жизни проявилось, то оно проявится и потом в новых поколениях народа. Я знаю это. И верую в это. И это моя вера. И есть наша длинная воля. Мы молодые парни, не познавшие жизнь со всеми ее прелестями. Говорим всем грядущим поколениям. Мы жертвуем собой во имя того, чтобы наш народ не был рабом. Это наша длинная воля. Это наша вера. В последние теплые дни на рубеже южных границ наших урочищ на поле брани стояли мы, совсем еще молодые юнцы, но уже воины. Воины с крепким духом и с длинной волей. Мы готовы пойти в последний бой и принять в грудь, и только в грудь, тысячи стрел во имя свободы. Теперь, стоя перед огромным карательным войском южан, я не трепещу и не считаю себя виновным перед отцом и старшими моего народа. Я теперь ясно понимаю и осознаю все происходящее. И со мной мои верные друзья. Нас гость, но наша сила духа заставит содрогнуться врага. После прошлой битвы из трофея мы взяли лишь мечи и сабли. Все парни пренебрегли носить доспехи врага. И на этот раз, в этот последний бой, идем с обнаженными телами. Пусть враг видит силу нашего духа. Мы умрем. И это не наказание за мои грехи и ошибки. Нет. Это судьба. Это судьба, братья мои, за свободу, за длинную волю. На врага вперед! Наша сотня срывается с места прямо на врага. И не страшно, что их тысячи, что они в крепких доспехах, с острыми клинками. Мы видим впереди сигнальные штандарты, показывают вперед. Они двинулись на нас. Мы стремительно летим над степью, и кони наши на этот раз почувствовали нас и захмелели от вкуса яростной атаки.
Мы слышим их яростные хрипы и отчаянные ржания. Мы неслись в вечность, внушая страх и ужас в наших врагов. Вот скоро, через несколько мгновений, и... Но что происходит? Мы видим, как над строем появились сигнальные штандарты о том, что надо отступать врагу! А что тут такое? Ха, вот оно! Это тысяча испугалась горстки юнцов! А может, мы уже мертвы и превратились в летящих демонов? Но нет, я же все слышу, вижу и чувствую. А враг бежит в страхе! Что же это происходит? Я оглянулся. И тут я увидел, как за нами несется тысячная лава наших соплеменников. Во главе каждого рода несутся наши отцы, и наши туги гордо извиваются на ветру. И черная туча стрел враз вылетает из скачущей лавы. Усиленные быстрым скачем лошадей, стрелы пролетают три своих расстояния и обрушиваются на головы врага. Нашу сотню нагоняют другие молодые сотни на своих быстроногих скакунах. Все парни разом скидывают латы, оголяя свои тела, тем самым наводя невообразимый ужас на неприятеля. Каждый из парней громко свистит, пуская стрелу вперед. И врагу кажется, что на них обрушивается само небо, извергая страшный вой небесных волков. Страх и ужас охватывает недавних высокомерных южан. Противник падает, получив стрелу в свои спины. Нет. Нет в них длинной воли. И то, что они в латах и саблях, вовсе не значит, что они воины. И было еще много битв и сражений. Но мы свободу отстояли. И детям своим мы смело рассказывали о своих победах и победах древних предков наших. Нет более запретов и табу. И растут наши дети сильными, смелыми, думающие только о лучшем будущем для своих детей, для своего народа. Длинная воля – это не вера в сверхъестественное, а это абсолютная вера в свое дело, которое ты задумал и начал делать. Это далекий горизонт, за который ты хочешь пойти и познать.